Андрей Владимирович, своеобразный подход и очень жесткие тренировки. Да, я даже скажу, наверное, за всю карьеру это самые жесткие тренировки. Привыкаем все, потихонечку втягиваемся к началу предсезонки. Ну, на то и на предсезонку, чтобы работать. В это время, наверное, не должно быть легко. Поэтому что, работаем. Ну, конечно, да, очень соскучились, долго, большой отпуск, поэтому с удовольствием все встретились, обсудили, как провели все отпуск, и вперед работать. Да, конечно, соскучился уже по, ну, как-то по этим эмоциям, по хоккею, по льду. Ну, мы, наверное, недели 2-3, как бы, ну, потом начали уже в хоккей играть вот с любителями, ну, проводить полезное с приятным. Как бы Уфа и Екатеринбург недалеко друг от друга находятся. Мы по детству на турниры сюда приезжали и с ребятами, вот, но за Урал играли за регион. Так что никаких проблем, много знакомых. Хороший, красивый город. Команда попадает в плей-офф, это уже что-то, как минимум, что-то значит. Это значит, приличная команда. Все пересекаемся в других командах где-то, так все друг друга знаем. Ну, с Дмитрием Монем в Сибири играли, с Димой Мигалинским в Витязи. Так потихонечку вливаемся в коллектив, узнаем друг друга.